Доброе утро. Вышла гулять с собакой. Выходной. У нас вчера был снег. Это вчера было 8 мая. Машина моя вся в снегу. Сегодня мы едем кататься на лошадях. Погода, конечно, так себе для этого. Сейчас вообще-то снег опять идет. Вот, ну, не видно, конечно же. Но идет снег. Здесь мы замерзнем. Так, конечно, странное явление. Снег в мае. Я уже в обмундировании имела. Куртка, в общем, у меня спецодежда, у меня спецкаска. Я готова. Сириус. Это наши конкуренты, на секундочку. Вот, я готова выезжать, там уже коняшки. Мне сказали, как зовут мою лошадь. Мою лошадь зовут Ремия. Мне это вот это вот, мне прям не хватало в жизни. Короче, выезжаем. Я похожа на строителя, по-моему. Пошли за моей лошадкой, походу вот эта черненькая, если не ошибаюсь. Хотя нет, коричневенькая. Вот. Моя лошадка. Класс, красивая. Ну как мои волосы.
едем дальше. Речки рядом. И моя лошадка. Такая хорошая. Коричневенькая. Шуми, поэтому без нее было бы, наверное. Холодно. Нина? Очень прикольно. Едешь такой спокойненько, такой смотришь по сторонам. Класс. Едем дальше. Потому что папа был дурак-дураком. Он был золотистым жеребцом. Рассказывают всякие особенности, например, сейчас рассказывают про имя лошади, как от чего, как оно зависит, что там первая буква это от имени отца, потом третья буква это от имени матери, ну короче. Вообще мы едем по какой-то деревне. Это костыль. Уже. Они все мирена, поэтому они все такие. А за нами едет очень много других. Целая колонна. Но мы сейчас едем в обратную сторону, честно говоря, у меня уже болят ноги немного. Нет, там непривычное положение ног. Паркуют, а мы идем отдыхать. Я думаю, в принципе, сейчас уже поедем обратно в Москву. Класс, мне понравилось. Прикольно едешь, смотришь поля, леса, вокруг река. Даже чуть-чуть пробежались рысью, но чуть-чуть совсем. А так вообще круто, конечно, вообще такое отвлечение от реальности. И причем вроде как бы холодно, там 6 градусов, но вообще не чувствую. Но у меня еще костюм специализированный. Пока-пока, лошадки. Всем привет! С собакой. От нас с собакой. Как вы видите, да, мы сидим с Каспером в машине. Сейчас я еду в сторону моей мамы отвозить его, чтобы они погуляли, а сама еду делать ресницы, потому что сейчас я без них. И, ну, так себе видок. Вот такой вот план. Вчера был день какой-то очень ленивый, такой тюленный, и после лошадок я приехала, что-то прямо все уставшие, поэтому я ничего не снимала. А вот сегодня у меня по плану сделать ресницы, отвезти собаку к маме, может быть, потом с ним еще погулять. Так что поехали. Примерно вот так вот суетясь, мы всегда ездим. Нам всегда что-то нужно, да, Каспер? Ты очень близко к камере. Плохо видно. Мы любим смотреть вот это окошко.
приехали. Да? Ты уже знаешь, куда ты приехал? Он всегда знает это место. У него здесь самые вкусняшки, естественно. Кто не любит ездить к родителям? Все любят, потому что там всегда вкусняшки. И эта собака тоже об этом знает. Да, Каспер? Так вот мы радуемся. Я отдала собаку маме, отвезла их в парк, мы немножко прошлись, ну и все, и мне пора было уже ехать. Я сейчас еду на ресницы делать, и это примерно 2 часа займет, они пока как раз погуляют, вернутся домой, а потом я его заберу. Возможно, мы еще дальше с ним пойдем погуляем, но это не точно, потому что, возможно, он уже устанет. А корги — это такая порода, они если устают, то все. Вчера вот, например, мы с ним в лес ушли. И он устал, ну прям уже прям устал. Он под конец шел уже прям рядом. Он обычно бежит где-то впереди. Ему обычно все время что-то куда-то надо. А тут он, видимо, уже так устал, что он шел рядом, где-то даже немножко сзади. И, в общем, с ним уже гулять было дальше идти фактически бесполезно. Поэтому, если он устанет, то как бы не погуляю. Вот, а сейчас еду. Ну что, я приехала на ресницы. У меня опять моя завитушка. Предлагаю вам посмотреть сразу быстрый переход и с результатом. Так что вот я до. И вот я после 2,5 часов я захожу снова в этот лифт. И в этот раз я еду забирать собаку. От мамы она мне уже пишет, потому что я как-то долго в этот раз. Я не могла справиться своими глазами. Так что вот так вот выгляжу я с ресницами. Поехали за собакой. Кстати, маленький интересный, или не очень интересный факт. Я наращиваю ресницы на протяжении уже, мне кажется, что 5 лет точно. Это началось, мне было где-то что-то 22, что ли. Я начала в 22 года, по-моему, наращивать ресницы. Сейчас мне 26, ну, получается 4, даже больше. 27 почти. Ну да, около 5 лет я наращиваю ресницы. Мне это нравится. Я вообще не очень себя вижу, на самом деле, без них. Потому что я даже у себя в голове привыкла, что я с ними и что я как бы всегда с ними. Я не могу вообще без них, не представляю, как я буду. Единственное, когда я в Победе работала, я не могла их делать, нам там нельзя было. Вот. И, ну, это было тяжко, потому что я, ну, прям не могла. Я себя, ну, то есть мне надо было краситься, а я краситься не люблю. Плюс смывать макияж — это самое худшее для меня. Вот здесь вот все, когда смываешь, начинает уже со временем просто стираться и неприятные ощущения. Вот, и я просто, блин, я умирала. Я не могла уже, то есть я крашусь, я понимаю, что мне потом смывать, это все вот эти вот растерты, это же трёшь, чтобы смыть, ну, вот этими вот мицеллярками всем, и это прям вообще жесть. Я не могла наращивать, пока училась, нельзя было. А потом, я помню, в простой ушла, где-то видео было, что я ушла в простой и нарастила наконец-таки ресницы, мне было прям вообще кайфово. Ну все, и потом я уволилась, и мне кажется, вот максимум было там 2 недели, когда я ходила без них, я все время хожу с ними. Даже уже нашла идеальную свою форму, идеальную свою длину, все, что мне нравится. Тут я делаю всегда одно и то же. Сегодня чуть побольше объем, но это не сильно видно. Так что вот, завтра еще маникюр сделаю, это у меня уже все отросло. И буду готова к новым рабочим будням. Сейчас еду забирать собаку. На улице дождик, поэтому, скорее всего, мы поедем просто домой. Ну все, я приехала забирать собаку. В лифте еду уже. Что-то я... Там погода такая пасмурная, темно-темно, хотя еще вроде 9 нет. Вот, и хочется спать, честно говоря. Ну, я думаю, что
Сейчас я узнаю, что там у нас по собаке, как он погулял. Если он нормально погулял, на что я надеюсь, то я с ним сегодня уже гулять не буду, ему достаточно. Придет домой и поест. Я надеюсь, он ничего не съел, и не любитель его кормить всякой едой, которую ему нельзя. Это будет не очень прикольно. Ну, короче, все, поднимаемся наверх, забираемся. Сейчас вот здесь будет пес. А вот и собака. Все забрала.